Всем привет, друзья! С вами снова Ник Богданов .ру. И у нас опять сегодня есть новости. Поскольку акция протеста Киртека набирает все больше и больше резонанс в интернете, многие компании следят за этой ситуацией. Сегодня со мной связался представитель одной из крупнейших компаний в Европе, которая занимается устройством водителей на работу в предприятия Европы, и заявили, что они готовы предоставить более 300 предприятий, которые готовы взять водителей на оклад от 65 евро и выше. Это суточный оклад за день, плюс премиальные, плюс бонусы и так далее. И таких предприятий более 300 по Европе. Так что, ребята, мы договорились о том, что они подготовят материал, и мы вместе будем его обозревать. Так что все окей, без проблем, работы полно. Следите за каналом, подписывайтесь. Ставьте колокольчик себе напоминание и ждите новостей. Без работы никто не останется точно. Всем удачи!